Красавчик, что ругаешься? Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Bon Appetit Life. И сегодня буду готовить шикарную яичницу. Яичница будет по-кавказски. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А я начинаю. Друзья, чтобы яичница получилась мощной, я буду использовать такие ингредиенты. Сегодня у меня перец паприка двух цветов, томаты двух цветов, острый перчик, помидорчики черри, яйца, конечно, также лук, зелень, понадобится курдюк и, конечно же, сливочно-чесночный соус. Кстати, друзья, выбрал я его не просто так. Ежегодно на международном фестивале вкуса в Брюсселе есть и такой. Шеф-повара вслепую дегустируют продукцию со всего мира и оценивают ее по 5 критериям. Так вот, сливочно-чесночный соус «Махеев» в этом году получили престижную международную награду. Это подтверждает высокое качество этого соуса, что для меня очень важно, друзья. Ну что, давайте начинать. Лук. В первую очередь. Друзья, сперва кладу сливочное масло. Яичница у нас будет большая, поэтому использую целую пачку масла. Копченый курдюк. Будет яичница копченая. Красавчик, держи. Кладу лук. И подготавливаю спелые помидоры. Соль, перец. Ну,
томим на очень медленном огне, чтобы хорошо вышел весь сок. Также, друзья, добавлю сливочно-чесночный соус. Ну что, дорогие друзья, пускай жарится на медленном огне наша крутая яичница по-кавказски. Будем пробовать, а пока покрошу зелень. Обязательно добавим сыра. И зелень. Друзья, ну что, подождем, пока пожарится яичница. Точное время сказать не могу, но это, наверное, минут 7, может 10. Будем все смотреть по факту. Опа. Будем кушать прям со сковороды. Ну что, друзья, у нас получилась крутая яичница. Давайте пробовать. Соусом бомба. Как говорят шеф-повара Института вкуса, снимаю шляпу. Ну что, друзья, по традиции пожелаю вам всего самого хорошего, хорошего настроения, счастья, благополучия. Готовьте вкусные блюда, кушайте вкусно. Мир вашему дому. За вас. Ух. Красавчик. Держи. Фу, даже красавчик не может устоять, видите? Ну что, мои хорошие, на этой красивой ноте, конечно же, я с вами не прощаюсь.
Будьте здоровы, будьте крепки. Мы продолжим нашу трапезу, наш вечер. Всем пока-пока. Давайте к столу все.